Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс «Челомей» изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали, перчатка, сам знаешь. Я тут не впервые. Мы успеем на выступление? Еще и время останется. Потом на аттракцион исходим. Челомей расположен на платформе Икар. Передовое достижение науки. Платформа Икар была запущена в 1950 году. Тут живут и работают самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Газировки не желаете? С удовольствием. Опять сипуха в дереве застряла. Всегда веселюсь, когда вижу. Навигационная система роботов непрерывно совершенствуется. Заметно. Погода прекрасная. Красота. Что с твоими машинами, Андрей Михайлович? Что они у тебя разбегали? Совсем Вовчиков распустил. Поломались они с утра, что ли? Третий он особенно сбоит. Мне фасады красить к празднику, а они вон что исполняют. Дай какое-то управление. Я настрою. А ну, держи свинку. О, спасибо, бабуль. Код 0451. Так, давай-ка. Построились. И ну работать. Ух ты! Получается! Спасибо большое! С праздником вас! Доброе утро, сынок. Как настроение? Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаузен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Товарищ майор, вам надлежит прибыть в лабораторию. В воздушном порту вас ожидает автомобиль «Турбина». Вам все понятно? Понятно, не занудствуй. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануд. Налетай! Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Давно пора. Не-не-не, спасибо. Я просто смотрю. Зачем смотреть, когда можно получить это уникальное персональное устройство прямо сейчас? Я могу подобрать вам нужную конфигурацию, вплоть до цвета. К вашим глазам подойдет фиалковый. Вы ведь уже прошли полимеризацию? Угу. Вы даже не представляете, насколько. Разве мысль заработает раньше понедельника? Конечно. Разве вы не знаете? Судя по вашей униформе, вам разрешается опробовать мысль уже сейчас.
В данный момент устройство работает не только в качестве телефона и налобного фонарика, но и позволяет привыкнуть к ощущениям от его ношения. Она же бесплатна? Абсолютно. Давайте я вас подключу. Ну, подключай. Странно. Не могу получить доступ к вашим биометрическим данным. Возможно, какой-то сбой. Извините. Ладно, не парься. Я все равно не люблю бижутерию. Бывай. Извините еще раз. С праздником! Эй, ты, перчатка экспериментальная. Я рассчитываю, что польза от тебя будет больше, чем от этой нелепой побрякушки на лбу. Раз ты такой уникальный. В моей уникальности у вас еще будет возможность убедиться. Напоминаю, что вы должны называть меня Храс, хранитель знаний. Я тебе ничего не должен, перчатка. Подробности личной жизни руководителей предприятия 3826. Разоблачение поддельных страниц. Коллектив по всей стране! Помни о грядущем дне! Обещали хорошую погоду на все выходные, вплоть до понедельника. Ну, в понедельник-то само собой, лишь бы завтра с утра дождь не включили. Белье хотелось сушить. Надо расписание погоды посмотреть. Просто кадр сделаем, как мы есть. Начинаю съемку. Товарищи, становитесь на плане в ногу. Проходите к мемориалу на экскурсию. Познакомьтесь с историей предприятия 3826. Узнайте хронологию великих открытий. И, конечно же, почтите память всех жертв. Столько счастливых и благополучных людей на улице, как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли Союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят там красиво. Не врут. Не спеши, не спеши. Вы прошли всю войну, товарищ майор. Вы что-то вспомнили? Ой, ни хрена не помню. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Вертится что-то в голове, а что? Не понять. Ебучие пироги, блядь. Выбирайте выражение, мы в общественном месте. Да пошел ты.
Товарищи, настанет день, когда человек создаст дружелюбную атмосферу на Луне, Марсе, Венере и других планетах нашей Солнечной системы. Здравия желаю, майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу, я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова «Полимерное просвещение». Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы образованный гражданин. Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому. Ой, да-да-да, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите? Ну, конечно, в вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. Товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П-3. Возьмите эту капсулу. Перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Окстись, дочь моя! Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени? Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать. Дорогие товарищи, напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Здравствуйте, дорогие товарищи. Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие 3826. Добро пожаловать в будущее! Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Всего один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир, что лично нам рождение. И это не просто красивые слова. Вы видите, как изменился наш любимый Советский Союз в предыдущие десятилетия. Благодаря моему открытию нейрополимеров и процессам мини
стало возможно воплощение в жизнь. Товарищ Майк, проходите в холл Гусло. И все отъемлющие сети коллектив Ванов. Сеть, в которую будут объединены люди и роботы. Сеть, в которой человеческая мысль будет управлять машинами. Сеть, в которой каждый сможет забыть о тяжелом, рутинном, низкоквалифицированном труде и посвятить себя высокой науке. От лица предприятия... Трудно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже продана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, Натюрлих. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, Петри. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину.
ДВС. Когда на пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах. Да, я только что оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силы. Мы заготовили достаточное количество устройств, Мэйси. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск, председатель горосполкома товарищ. Можно уже просто музыку. Другое дело. И на все день. Купи целое море цветов, миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Я вижу, вы наконец-то соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа, sehr gut. Я воль, mein Führer. Что вы сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, герр Штокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрия Сергеевича, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаге? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? Летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Удаленным узлом нейросети коллектив 1.0.
находился научный центр Сеченова, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под Солом, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ, находящийся здесь же парк Дружбы народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса «Вавилов», место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете стеллу «Серб страны» по эскизам скульпторов Мухиной и Гебальникова. Нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Графон начинает боевой разворот! Товарищ майор! Чего она начинает? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Вот дерьмо! Товарищ майор, давайте руку! Я провожу вас в комплекс Вавилов! Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты, ублюдок, жилет! Что творишь? Валите нахер отсюда, придурки! Как невежливо с их стороны! Работаем, да? Восстановлено. Да отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена?